Итак, всем привет, с вами Лорд Прайм, командир клана Рейнс. И мне предоставили, скажем так, реплейчик, вот, моего клана. Катают парни укрепы, как всегда, катают красиво, шикарно, вот. Как вы видите, прошлый раз у нас был клан скиллы, топ 46. Скажем так, мы их порвали, отымели, они бедные там стали. В данный момент еще один топовый клан, который в топ 100 входит, на 87 месте, если не ошибаюсь. Вот эти мерки. Короче, у нас парни решают с двух сторон, скажем так, зайти и банан отработать. Ну, естественно, конечно же, вот как видите, работать по третьей линии. И непонятно к чему топовый клан, какой-то рандомовская херня, берет артиллерию. И тупо непонятно, что вообще происходит. Какого хрена брать артиллерию и еще так вот, короче, ехать. Непонятный раш, центр. Блин, вообще открытая местность, пока наши пацаны танкуют там, да, эти придурки стоят на открытой местности и просто получают люлей по полной катушке. Одна единственная Т-34 несчастная, которая там что-то он выползла, типа я бирюзовая, короче, вы можете вешаться и все нахер, типа того. Ну, в общем, естественно, самому ехать нахрен надо. В два ствола по-быстрому забрали, то есть полевик просто дебил или прикидывается дебилом. Непонятный дебильный раш. То есть, естественно, группа сейчас наша выбивает вот здесь. Убрала льва, точнее этого, Т-34. Сейчас займется львом. Естественно, на горе 90, красава. Стоит и в крысу просто накидывает вот так по всем, короче. Вот уже еще минус 4-4 счет. Рулим 50-100 на КД. Вот. Ну и, естественно, они просто вылезают на открытую местность, но начинается такая перестрелочка, и так тут вот летит ВЦМ-ка, получает клюху на 423, ХП все, 4-5 счет. Ну, придется, конечно, забирать шотов. В первую очередь шотов забираем, и гидри дефендинги отправляются в ангар. Еще один ангар, 5-5 счет. Итак, Лёва получает клюху прям в ЛД. Все, Ис-6, о, еще один минус ствол. Ну, короче, как по ситуации вы понимаете, что 90-ик вообще там горный орел, скажем так. Вот. Все, ФЦМ шотный остался. Естественно, там Иса-6 нашего уработали, вдвоем развели. Вот. Ну, не забывайте, парни, что есть еще 50-100 такой, короче, пацанчик, которого дохренище пулик в барабан, в барабане. То он может забрать вас двоих. Как бы все. Вот в таких ситуациях нужен 50-100, чтобы вот так просто выезжать и делать вот так. Трах-бабах, трах-бабах. И все. И топовый клан просто, короче, скажем так, охеревает. Просто охеревает на глазах. И многие спрашивают, а как это вы сделали? Как? Вы же не статисты, вы же вообще. Вот вам и не статисты, вот вам и все. Второй топовый клан просто, ну скажем так, грубо говоря, схвачен и отхуячен кланом Рейнс. В общем, кому понравилось видео, подписываемся на канал. С вами был Лорд Прайм, командир клана Рейнс. Всем удачных нагибов, всем пока.